И снова всем здравствуйте. Мы в лесочек забрались, в большой. Лесу много, грибов мало. Вот у меня что, грибы здесь. Два подберезовика, один рыжик и маслят немножко. Идем смотрим. О, нашел один масленок. И тот, говорит, червивый. Нормальный? Ну, хорошо. Вот этих много. Вон уже большой. Вот это кто такой? А, это тоже сыроежка. Сыроежки. Брать, не брать, не сыроежек, а? Нет, не надо. Они хрупкие, они полно снимают. Они в ведре даже. Вот еще кто-то уже сбил ее. А это кто такая? Это... Ну-ка посмотрим, иди сюда. Это я не знаю, кто такой. Даже не скажу, что это за гриб. Поэтому мы его и бум, не берем. Пусть он здесь лежит. Его кто-нибудь съест. О, кто-то прыгает. Лягушонок. Только стоять. Ладно. Буду я за ней прыгать сейчас сам, как лягушонок. Вот это соснище с березкой скрестилось. О, какая большая. Их две штучки рядышком. Вот так вот она, береза. И сосна. И на ней гриб еще вот прилип какой. Я сегодня с собой баночку взял с этими трутовиками. Ну что-то не кусают нас сегодня комары. Ни комары, ни мошка. Может, мы еще не дошли до них? Ну, а тут целые тропинки. Вон. Я вижу, вот тропинка, вот тропинка. Теперь они в две в одну съезжают. А тут целая дорога начинается. Вот так вот. Муравейничек вижу. О! Идем, идем. Так, перехожу. Опять не видать. Там гора. Там гора. Грибов нет. Идем куда-то вниз. Тут без присутствия человека никак. Тут трактор ездил. Он все вывернул. Ага, вижу костянику. Все, упало у меня костяника. Вот я подошел к границе леса. Тут небольшая лужайка вроде как. Сосны вот такие вот стоят. Фух, не обхватить. Особенно это правое здоровое. Пойду через крапиву. Может быть, в крапиве есть опята. Загляну. Ну все, я попер. Пробрался через крапиву. Опят в крапиве нет. Был там. Фух.
Куда ломиться? Там за косогором. Снова косогор. Пойду вот сюда вот. Там медведь ходит. Нет, это Серега белобрысый. Здорово! Кто сказал, что здесь грибов нету? Я сказал, да? Оказывается, есть грибы. Сейчас покажу. Вот один. Вот такой вот стоит здесь. О, какой здоровенный. Но это... Даже не знаю, кто такой. Грусть, не грусть. Да я его брать не буду. А вот рядышком еще один. Свинуха. Свинство такое. О! Даже не свинуха-то. Это я даже не знаю, кто. Это бычок. Скорее всего, наверное. Ну-ка, сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Ему хана. Все, он издох. Где-то еще видел. Вон еще один такой же беленький. И не один, а два. Вот один торчит. Вот второй такой красивый. Вот такой красивенький. Красивый. Вон где грибочки пристрогались. Береза погнутая. Это опята. Но они, походу, ложные. Не знаю, сейчас залезу. Ложные, они красные. Ну вот я подошел к папоротнику. Вот так вот он осенью выглядит. Серега нашел три лисички. Большие такие, с кулак, хорошенькие прям. А те, которые опята. Это ложные, скорее всего. Молодой сосничок здесь есть. Вот хочу еще вниз спуститься. Не знаю, спускаться, не спускаться. Ладно. Тебя кто тут помял? Ку-ку. Вот так вот снизу. Смотрится здесь. Как будто в лесу в каком-то. А это всего лишь навсего папоротник. Вот он вот так вот. Ни одной кедры не попалось. Фух. Да кедров и топать, и топать еще. Пойду куда-нибудь. Есть грибы, но не нужны мне такие. Видите, он конченый весь. Ну-ка, иди сюда. Хо, опята зимние. Ну-ка, а это кто такие? Эй, это не то. Вот эти. Опеночек попался. Так. Пойду покажу Сережке. Он по специалисте, чем я. Серега! Стои! Стой! Покажу гриб. Так. Под березкой посмотрю, под корешочечками. И вот что я тут нашел под корешочечками. Вот такие какие-то они. Но это точно не наши грибы. Фух. Ну-ка, под этой березой. Под каждую не заглянешь. Надо. Ну-ка, что тут такое? А он тоже хана ему.
Какой-то свинух сдох. Фух. Калина. Калина. Смотрите, сколько ее тут. Ой-ой-ой. А тут аж бордово все. Ням. Я сейчас попробую. Еще горьковато. Ну, недолго осталось. Лист уже покраснел у нее. Вот такой красивый листик. Ягодки такие ядреные блестят. Вот такие красивые гроздочки здесь. Все, я полез уже. Вот такой смешанный здесь лес. И хвойные, и не хвойные. Еще тут яблочки есть. Я их сейчас попробую. Вот они. Вот они. Вот кисточку сорвал. И пойду. Так. Они вкусненькие. Что за грибочки? Это даже не знаю, что такие. Не знаю. Вот еще один блестит. Иди сюда. Это бычара. Это бычок, я его заберу. Такой красивый. Вроде съедобный. А! Да вот он я тут. Нет, это не бычок. Ну-ка, пойду спрошу. Ты где у меня? Сейчас подойду. Вон сколько калины. Здесь вообще куст, смотрите какой. Ой, ля-ля. А тут под ногами грибы. Убитый. Хлам. О, нашел. Хороший. Под березовик. Маленький прям, хорошенький вот такой. Берем. Он сидит, отдыхает здесь. Круг сбегал уже. Круг нарезал. Я его догонять вроде собрался, он мне совсем с другой стороны орет. А? Что надрал? Яблок. Нифига себе. Они внутри хуёвые, смотри. Вы посмотри, что он натворил. Смотри. Ну понятно. Бля. Яблок нарубил где-то. А вот они, я их вижу уже. Вот они, смотри, что внутри. Понятно все. Ну вот такая вот бякушка попадается. Кто такие? Не знаю. Брать не буду. Врать не буду. Ага, слышу. Иду. Сейчас соберем все опята. Вот такой стволик здесь. Сосны. И у нее там разветвление какое-то прям большое. Сейчас обойду. У нее там вверху вон сколько. Раз, два, три, четыре, пять разветвлений. Идет. Такая она здоровая. А это походу яблони, что ли? Яблочек мы набрали. Яблочки вкусные. Такие у них запах своеобразный какой-то. Так, березяка. Ну вот нету на наших березах. Нету это. Как ее звать-то? Чаги. Ну вот опята. На пнях же растут. На пнях. И тут вот пенек. А опять нету. Ой, еще одна соснища. Прям здоровенная. Фу-у-у-у. Сейчас.
О. О. Все. Мне ее не обнять. Даже вдвоем даже не обнять. О, какая здоровищая. Вокруг обхожу. Вот я за ней стал. Вот еще одна такая же. Хорошенькие сосеночки такие. А под ней что у нас растет? А под ней у нас грибочек какой-то. Не знаю, кто такой. О, иду, тут какой-то старичок-боровичок сидит. Ему, наверное, плохо. Клешни отказали идти. Да? Не надо меня метать. Ничего. Че, нормально все? Ну, посидишь нормально. Все, мы на дороге. Да, я знаю. Мы на дороге. И идем, идем потихоньку. Шнурок развязался. Вот туда бы еще вниз дриснуть бы. Не, но не пойду. Фу, пока еще это. Нету, силы есть еще. Не, поэтому и надо куда-то бежать. Нету, а смысла, говорит, нету. А силы есть. Как быть? Надо домой идти. Вот такая прогулочка у нас получилась небольшая. За грибочками. Ну, грибов набрали бы маленько на жареху. Ну, я думаю, я ассорти я с них сделаю. Фух. А может и не сделаю. Не знаю, как мать попрет. Все, всем пока, до свидания. Всем здоровья. Так вот, вроде ничего не видать, вот так вот раз. А это подосиновик. Это такой ядреный. Мы его раз вот так вот сейчас и вытащим. И заберем. Вот такой красивый. Отломаю ему низ. Вот все грибы. Лисички три штучки. Серега подогнал. Где еще? Нету больше. Фух. Нам домой.